Здравствуйте, мы сейчас находимся на выставке CPM-2019. Юлия, расскажите, пожалуйста, наверное, вы производите такие шубы из искусственного меха. Компания Silver Fox, екатеринбургская компания, занимается производством пальто из набивного меха. Этот мех производится следующим образом. Это инновационная технология, композитный материал. Стрижка овчины, в данном случае исключительно шерсть испанского мериноса, сплетается в меховую нить и очень плотно набивается в мембранную основу. Затем ставится вторая основа, которая помогает изделию сохранять пластичность, непродуваемость и придает изнанке свойства искусственной замши. Это очень красивый материал, который подлежит очень качественной окраске в глубокие цвета, очень подходит для изготовления сложных моделей в современных трендах. Такие, как вот сейчас на мне, то есть видно, как бы, насколько яркий здесь цвет, как интересно обработаны швы. Эти изделия сейчас вошли в моду очень плотно, и они набирают обороты, набирают популярность среди любых возрастных категорий покупательниц. В основном мы делаем женскую одежду, поэтому я говорю именно покупательниц. В какие сезоны лучше носить? То есть это осень, зима или даже вот летом можно носить такую одежду? У нас есть две коллекции. Первая из них ориентирована на температурный диапазон от плюс 3 до минус 7 или до минус 9 градусов. Это так называемая еврозима, либо для некоторых российских регионов это весна и осень. И вторая коллекция, пальто, которое сейчас на мне, например, высоковорстные теплые фактуры, они свободно носятся в температурном диапазоне до минус 20 градусов. Мы сами, вот как девушки, как работницы компании, как потребительницы, эти пальто носим, проверяем их свойства на себе. И крайне довольны тем, что они очень износостойкие, теплые, приятные в носке, такие современные, свежие. Отлично, значит, зимой не замерзнем с вами. Спасибо большое. Вам спасибо. И удачи.